Сегодня у нас 6 октября 2023 год. Мы находимся перед Шарчино в Сосновом Бору. Едем с Тюменцева. Там мы ездили на Благовестие. Из Потеряевки выехали на Тюменцево. Потом с Тюменцева в Карповский заезжали поселок. И уже потом сейчас едем на Шарчино. Вот остановились пообедать немножко, перекусить. Арбузиками, хлебушком. Николай Георгиевич сидит. На пенечке. Хлебушек у него. Натик, значит, тоже на пеньке сидит. Да я так. На мох сел, да и все. О, тишина тут. Чистый воздух. Птички где-то поют. По милости Божией, слава Богу, прошли. В Тюменцево мало очень брали, по крайней мере, у меня. Вот. А в Карповском побольше взяло народу, хоть и мало. Считай. Машина проехала. Ну, вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя. Наша машинка, благовестница. Игнатий Ильич, как прошли по Тюменцево? По Тюменцево как прошлись? Ну, народ как встречал? По-разному. Ну, то заперто, то сонные выходят. Не надо ничего. Так можно сказать, на троечку слабенько. У меня тоже самое. А в Карповском? А вот Карповка, это дело другое. Тут сразу нашлись родственники, которые не знакомые. На родственники-то не назовешь. Одна с моей сестрой училась. Меня знает. Тебе даже встретился человек, который смотрит наши ресурсы. Ну да, да, да. Мужчина один встретился. Сравнивать не приходится. Ну, впереди у нас Шарчино и Урывка. Да. Да, слава Богу. По милости Божьей. Аллилуйя.